Я говорящий Берн. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я тебе не позвонил. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Нейсик Бро в Майнкрафте 1.12.2. Любимая версия, обожательная версия. И вот хочу порофлить немножечко, попробовать поиграть реально на сиде. Ну ты понял кого, говорящего Бена, блин. И для этого нам надо врубить новый мир. Все правильно понимаешь? Все правильно понимаешь? Вот, вписываем в название мира. Говорящий, не, я хочу лучше... yes, no. О, пусть такое будет. И ключ-генератор мира, конечно же, talking. Talking, ну типа говорящий. Бен, на английском. Во, вот так это называется. После того, как мы написали название, остается только... включить бонусный сундук, конечно же, моя любимая функция, просто обожаю ее. И теперь можно создавать новый мир. Итак, поехали. О боже, я надеюсь, что этот сид меня не подведет, и там не будет ничего прям жуткого, страшного. Ну и оп. Опачки, уже вижу неплохой биом. Давай все-таки здесь немножечко освоимся. То есть вот у меня инвентарь, как бы, как видишь. И сундук. О-о-о, вот это очень важно. Потому что Бен, он любит пожрать. И мне очень необходимо здесь очень много хавчика. Я даже думаю, что этим буду заниматься на этом сиде. Добыванием хавчика. Кормить Бена, я думаю, надо. Реально попробовать хотя бы покормить его. Может, это будет очень ржачно. Но... вообще, для начала надо найти его. Фласочка мне написала то, что у нее на сиде попался Бен. Представляешь себе? То есть, реально, Бен появился где-то на болоте, он даже с ней по телефону говорил. Она спустилась в пирамиду, там нашла старый телефон, и он ей позвонил. И начал ей, типа, говорить yes, no, вот это все прикольчики. Ну и, короче, реально интересно, довольно-таки классный сид, и я даже не ожидал, что я на таком забавном сиде буду играть, но как бы приехали. Короче, чем мочим свинок как можно больше. На, свинка, уже 6 свинины, офигеть можно вообще. И давай-ка еще добудем, потому что это необходимо, жизненно необходимо, как понимаешь, вон еще курочки, тоже их заберем. Кстати, я еще хочу спросить, связан ли он с Даркнетом, Фласочка сказала, что не прокатило, ну то есть он проигнорил, даже ничего не сказал такого, не повторял, ничего, а я хочу попробовать, может со мной получится, а если нет, то как бы печально. Может быть, это как-то и не действует особо, это только на экзишного Бена работает, который скрывается под личиной обычного Бена. Короче, не поймешь. Кстати, я уже подумал, я потерял этот биом, но оказывается нет, он прямо передо мной. Вот он, открыт полностью. И можно туда даже пойти, только я не знаю, а вдруг Бен где-то здесь? Просто предположительно, Бен должен жить... ну, березы, например. Хотя, блин, ладно, давай-ка мы все-таки пойдем... Я сейчас еще хотел немножечко увеличить радиус моего обзора, чтобы сделать выводы, куда мне точно пойти. Для этого мне надо добыть... ну, хотя нет, мне надо просто забраться на любое дерево. К примеру, вот какой-нибудь из этих. Их здесь, как видишь, очень много, поэтому... нету никакой сложности забраться на любой из них. И вот куда выше надо. Во-во-во-во-во. Куда мы лезем, куда? Вот, и мы почти уже на самом верху. И теперь прибавляем немножечко графики. То есть мы делаем вот так вот, 23. Теперь мы видим очень много. Вот там видим, что темный лес заспавнился. Опачки, деревня. Вот это неожиданно, кстати. Так, здесь у нас что? Длинный лес, да. Еще длинный лес и также просто лес небольшой. Ну и давай-ка все-таки пойдем вот туда. Прорисовку на 10 поставил, потому что мне не надо большие прорисовки. Я как-то не очень люблю с большими прорисовками играть, притом не лагает, но все равно как-то не хочется. Ну, типа, реально привычка уже как-то играть с детства на маленьких чанках, и это довольно-таки лампово. Хотя 10 чанков это все равно далеко, честно говоря. И главное не посмотреть сейчас в глаза Эндермену, который просто встал там специально, взял какой-то блок земли ненужный, не знаю зачем, ну, такой вот эндерменчик. И я чуть не посмотрел ему в глаза, слава богу, что не засчиталось. Ну, вот у меня хавчика, в принципе, полно. Я надеюсь, что этого хватит для Бена, которого я очень хочу уже призвать, но мне нужен телефон. Не знаю, где его найду. Наверное, тоже придется пирамиду Хеопса искать или какая-то пирамида. Короче, какая-то пирамида, в которой должен лежать телефон. Хотя, вот, знаешь, на самом деле у Фласочки можешь глянуть видос, может быть, ну, типа... у нее тоже интересно, я думаю. У нее там...
Ну, по ее рассказам, это вообще классный сид был. И угарный еще. Она угорала очень много, я помню. Ой, блин, я упал. Капец, холодная водичка, однако. Блин, жалко, я воду не ощущаю. Вот бы в Майнкрафте можно было так, чтобы ты все ощущал, что происходит. И как тебя зомби кусают. То есть ты реально боль воспринимаешь, офигеть, да? Ладно, на самом деле это ужас какой-то. Поэтому лучше не стоит. Но, кстати, лучше бы толчки были какие-нибудь. Типа, зомби тебя кусает, и тебя в жизни толкает, и ты охреневаешь. Ну, ладно, надо приготовить хавчик. И вообще, прикинь, если бы еще насыщение было. Типа, ты хаваешь в Майнкрафте, ты хаваешь и в жизни, получается. О, кстати, здесь сундуки. Опачки, тот самый старый телефон, который я очень хотел залутать и вообще найти где-нибудь. Кстати, подозрительно, почему он у Фласыча заспавнился, ну, телефон попался в какой-то пирамиде, а у меня в кузнице, в нашей любимой кузнице. Офигеть, конечно. Кстати, можно убрать все ненужные ресы и даже не жарить хавчик, потому что у нас и так 3 яблока, точнее 2 яблока, 3 хлебушка, и этого вполне хватит для того, чтобы прокормить себя. Прокормить довольно-таки хорошо. Ну, и вот здесь еще морковки возьмем, которые здесь растут просто так, жители дарят, чисто даром это все забирай. Ну, и, кстати, библиотека, можно где-то даже заселиться. Ну, я этого делать не буду. Смысла не вижу. В принципе, я недалеко от спавна. И теперь все-таки надо что-то думать про Бена. Бен! Ну и размечтался я, конечно, согласен. Вообще капец. Бен позвонит, Бен, конечно. Бена позову, и он сразу типа позвонит, там придет или что. Ну, кстати, я не понимаю, этот телефон вообще работает, походу, ни капельки. Ну, тогда я даже не знаю, что мне делать. Как-то надо все-таки выходить на Бена, потому что... О, здрасте. Итак. Так, может быть... Блин, а в каком биоме он вообще может быть? Темный лес? Темный лес звучит очень даже просто. О, кстати, дом свой строить я, наверное, все-таки не буду. Я просто поставлю себе блок булыжника и на него телефон. И... Ой, звонит. Реально звонит. Берем трубку или нет? Мне кажется, что все-таки стоит взять. Итак, Бен. Так, Бен. Ой, блин, я случайно сломал. А будет ли звонить, если я еще раз поставлю? Будет. Нормально. Тогда все зашибись. Ну, итак. Оп. Здорово. Бен. О, говорит. Что бы такое сказать, чтобы он среагировал? О, вспомнил, мне Фласочка говорила, что я могу просто спросить у него его местоположение. Ну, спрашивать, типа, ты вот в этом биоме, ты тут, и как-то выйти на него таким способом. Итак, Бен, ты находишься в деревне, в которой стою я? Молчи. А, no? Понял. Ты находишься вообще в деревне? No. Ага, тоже no. То есть он точно не в деревне. Ты находишься на поляне? No. Ага. Ты находишься... Блин, нет, пока что я лучше уберу телефон, потому что как-то странно. Ничего помимо этого мне узнать пока не хотелось. Поэтому, ладно, блин, как-нибудь справимся. Ну и, кстати, зачем? Я вот сейчас подумал, для чего мне вообще этот, ну, типа, ночь на этом сиде. Я лучше где-нибудь кровать найду. Хотя, нет, походу, я совсем забыл, что кровати в этой деревне нет и не может быть. Ай, ладно, как-нибудь переживем. Хотя вот овечки, это уже потенциальная кровать. Извини, не удержался, все-таки создал себе кровать, чтобы не было ночки. Новый день. Зомби уже заспавнились, и теперь они мне мешать не будут. Я могу спокойно идти, куда мне понадобится. Кстати, Бен, ты вообще... Блин, оно работает или нет? Снова работает? О, работает, он имеет в виду. Эй, подожди, да ты офигел? Блин, напал на меня. Итак, Бен, ты вообще спал? Yes. Ага, выспался? No. Ты как-то связан с Даркнетом? Ты когда связан с Даркнетом? Тоже отнекивается. Ладно, тогда забираю телефон, потом достану, когда мне что-то понадобится спросить еще. И мы все-таки давай-ка идем к Бену. Бен. О, блин, какие же классные овечки. Блин, зачем я вообще про овечки только что сказал? Не знаю, но просто реально хорошая овечка. Ну ладно, давай-ка тогда вот в ту сторону идти. Или куда я вообще хочу?
Ну, я думаю, надо идти все-таки в темный лес какой-нибудь. Или пока не, я не определился еще, честно говоря. Ох, блин, я уже подумал, у меня нет харчика, а потом вспомнил, что я добывал морковку. И это меня немножечко обрадовало. Улыбочка на лице. Идем спокойно, набитый желудок. И это очень даже хорошо, даже полезный какой-то хавкой. О, привет, свинка. На, тоже покушай, почему бы и нет. Тебе тоже иногда надо кушать. Но со мной, пожалуйста, не ходи, плоть все равно никто не кушает, поэтому, а мне пофиг. Ну, блин, мой телефон, это, конечно, потрясающе. Итак, Бен, вот сейчас мне надо спросить. Во, да, это идеальное место, чтобы спросить. Так, давай-ка мы все-таки зайдем вот сюда в лесочек. Это мне очень нравится, зайти сюда. Итак, теперь ставим прямо тут телефон. Ой, подожди-ка, мне не нравится, что он немножечко парит над собой. Это выглядит не очень классно. О, так, алло, Бен. Бен. Прям, о, Бен, я хотел бы спросить, ты в лесу живешь? Ну, в биоме, где вот такие вот деревья высокие, ели. Yes. О, реально? Слушай, а тогда здесь растут желтые цветы? Yes. А ты как-то связан с Даркнетом? Ладно. Не получилось его развести. Ну, давай-ка все-таки искать, где этот его. Где он, точнее, даже, потому что, ну, Флесочка сказала, что у нее на болоте прям снаружи был дом. Ну, то есть он был, как бы это, построен, типа, понял? Вот как обычный дом в Майнкрафте. Так, забираем, короче, телефон, чтобы он не слышал нас, а то вдруг он подслушивает и уже спрятался куда-нибудь за 1000 километров. Офигеть! Это что я нашел? Песик, ты не знаешь, что здесь за люк, реально? Офигеть! Это что, неужели Том здесь? Давай спросим. Том, твой дом находится под землей? Yes. Том, Бен, точнее, извини, Бен. Твой вот этот люк. Люк твой красного цвета? Yes. А если я скажу, что я рядом с ним, ты поверишь? No. Чё? Реально, no. Походу, он нервничать начал, что я его всё-таки нашёл. Бен? Эй, в смысле, Бен? Ты чё творишь? Ладно, давай-ка мы всё-таки повторим вопрос про Даркнет. Итак, Бен, ты как-то связан с Даркнетом? О, подозрительно. Ты как-то связан с Даркнетом? Понятно, он вообще на этот вопрос отвечать не хочет. Ну и так, я все равно... Бен, что ты думаешь по поводу того, что я уже рядом с твоим домом? Это как воспринимать? Типа он не верит или что? Ты типа не веришь мне? Yes. То есть ты думаешь, что я не рядом с твоим домом? Yes. Ага, а если я реально рядом, давай-ка мы все-таки откроем эту дверь тогда уж. Бен, я уже здесь! Опачки. Подожди-ка, он там сидит или нет? Вот он, Бен, здорово! Нифига себе, у меня получилось тебя найти все-таки! Боже мой, ты чё рыгаешь, дурашка, блин! Капец, он рыгун вообще. Да прекращай уже! Боже, какой же все-таки мерзкий. Что ты творишь? Он еще и пьет алкоголь. Сколько ты можешь уже пить? Хватит, прекращай. Бен, что ты творишь? Ты же все-таки тоже человек. Ну зачем ты так с собой? Боже мой, пьет. Боже мой, чувак. Хватит, еще бокал? Ну куда так много-то? Боже, давай еще, да? Еще одну, конечно. И еще сейчас будет пить, походу. Так, еще пьет. Тебе не доело? Давай лучше иди, поднимайся, вон еще бутылки бери. Ну хватит, Бен! Он еще пьет, и еще. У меня даже вон бутылка вина есть своя. Но мне, пожалуй, не надо это все. Давай-ка лучше пей, допивай, и я буду ждать. Ах, боже, я не знал, что... Флешечка тоже говорила, что он у нее в запое был. У меня, походу, тоже. Неужели у него какая-то депрессия, я не знаю. Может, из-за того, что его разоблачили, что он как бы управляет Даркнетом? Или что? Я не понимаю просто-напросто. Слушай, Бен!
Можно мне тебя спросить хотя бы? Нет? Ну ладно, на, держи, кушай еду. Вот сырая баранина. О, сразу схватил. А теперь кушай, кушай, кушай. Молодец. Ну вот это получше будет. Еще будешь? Давай еще. Давай, кушай, кушай, молодец. Жуй, 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 не кипишуй. Ну ладно, нормально, он похавал. Так, теперь, конечно же, давай поговорим. Ой, блин, ты достал. Только, пожалуйста, не рыгай. Боже, как это мерзко. Ну хватит, Бен. Понятно, он не остановится, пока я не дам ему плеща. Во, вот так вот. Давай, говори мне что-нибудь. Ой, он снова пьет. Боже мой. Нет. Все, прекращай, прекращай, прекращай. О, он снова кидает бутылки свои. Ладно, подожду немножечко. Я хочу напрямую у него спросить, будет ли, связан ли он как-нибудь с Даркнетом. Давай, скажи мне это. Давай, 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 давай. Допивай, допивай, допивай. У него вроде не так уж и много осталось, и он сейчас, наверное, все. Стоп. Бен, можно спросить, да куда он полез-то снова? Еще и Ноу говорит. Нет, не Ноу, ты должен со мной поговорить. Блин, куда он там поднялся, я не понял. Так, быстрее к нему. Я очень хочу к Бену. Но почему у меня не получается забраться? Вот эта лестница, конечно, зашибись. Здесь надо реально паркуром уметь заниматься, походу. Ну реально, ну вот как он это придумал? Гений, блин. Я же отсюда вообще никогда в жизни не выберусь, походу. Давай, все-таки я смогу или нет? Бен, пожалуйста, ты там стоишь, ты не ушел далеко? Yes. Ну, тогда я иду к тебе. Или не стоит? No. Не стоит, имеешь в виду? Ой, ладно, понял. Да приветик, я по тебе скучал. Итак, давай докладывай. Блин, ладно, сейчас факел поставлю. Что ты собираешься... Блин, ты же говоришь только yes и no. Ты как-то связан с Даркнетом? Понятно, он только угорает над этим вопросом. Ну ладно, Бен, а ты скучаешь по Тому? Yes. Я понял. Блин, я даже не знаю, что у него спросить. А это добрый Сид? Yes. А ты алкаш? No. 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 Ай, он даже драться no. начал из-за того, что он алкаш. Ладно, короче, он бомбанул, тогда я у тебя извлекаю все пиво. No. No. Ты-то уже no. достал. No. Точнее, даже не пиво, а вот эти вот напитки какие-то непонятные. Все, забираем, забираем. Это вино, походу, очень много вина. Давай, все, забираем, забираем, no. забираем. Вот даже вот бомбить немножечко у него сразу ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. No. No. Отрицание пошло сразу же. Но все, алкоголь уже я забрал, и поэтому здесь будет намного лучше. Ну вот реально намного лучше, согласись, это просто кайф. Блин, а он no. сидит и, короче, no. вообще грустный. Ты no. посмотри на него. No. Он no. ничего не может no. без своего no. запаса no. миллионного. Это no. просто капец. Бен так no. и сидит там, no. отрицает no. то, что он no. алкаш. И no. я думаю, все-таки закрыть no. дверь. Пока, Бен. Все. С ним, наверное, покончено. Ну, а теперь можно уходить. Ладно, возьму трубку, почему бы и нет. Так, алло. Бен. Привет. Ты почему это? Почему такой грустный? Ладно, так не спросить. Блин. Ну, говорит он вообще не грустным голосом, то есть все нормально у Бена. Ой, он даже жрет прямо по телефону мне. Спасибо. А, пьет, походу, последняя бутылка была. Так, надо выпить немножечко яблока. Съесть, точнее. И все-таки, Бен, ты собираешься здесь дальше сидеть? Yes. И тебе не грустно? No. Ага. Короче, я понял. А если я уйду, ты не будешь грустить? Yes. Ага, не будешь. Ну и замечательно, в принципе. Я не знаю, что мне делать на этом сиде. Просто мы встретили Бена. Он сам по себе такой вообще пофигист. Ну и надеюсь, тебе понравился данный сид. И он получился довольно-таки не жутким, а даже забавным. Подписывайся на мой канал, чтобы... Ой, блин, нифига он рыганул. Ужас какой-то. Вот, надеюсь, тебе понравился этот видос. Это поставишь мне лайк. Кусик, блин. И подписывайся на мой канал, чтобы... Не... Да, блин, рыгуном каким-то, наверное, надо быть. Ой, он... Да блин, боже. Понеслось, блин. Так, я вырубаю телефон, а ты уже задолбал. Вот другое дело. No. Теперь он ноу-ноу-ноу снова из подвала там своего вещает. No. Ну и подписывайся на мой канал, чтобы быть тяжечкой. И, конечно же, не тяжечкой.